Шах и мат. В Люберцах юные шахматисты сразились за звание лучших в турнире на Кубок Гагарина. В соревнованиях приняли участие около 200 спортсменов, среди которых как начинающие шахматисты, так и победители всероссийских первенств. Участников разделили на три возрастные группы. Играли в быстрые шахматы. Каждому спортсмену отведено 10 минут плюс 5 секунд на очередной ход. Состязания проводились по швейцарской системе, когда победитель играет с победителем. Шахматисты старшей возрастной группы сыграли 9 туров, а самые младшие участники – 7. Разряд в данном виде программы могут выполнить дети 2007-2008 года рождения вплоть. Ну, здесь можно второй, третий разряд выполнить. У них уже достаточно высокие рейтинги Российской шахматной федерации.